Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. Сегодня у нас 25 марта, сейчас 6 часов вечера, я в центре на Крещатике. Только что буквально открыли метро, и люди смогли продолжить свой путь домой. Россия целый день обстреливает Украину, украинские города баллистикой. Утром по Киеву, вечером по Одессе. Не дает людям спокойно жить, не дает людям спокойно передвигаться на метро, потому что метро закрывается, когда воздушная тревога. Магазины закрываются, и люди просто в заручниках находятся энное количество времени. Что я хочу сказать? Я хочу пройтись, несмотря на то, что сейчас уже немного потемнело. Хочу пройтись по центру, хочу пройтись по Кличковскому мосту, посмотреть, как там обстановка вечером. Сейчас в Киеве немного похолодало, хотя буквально через 3 дня, через 4 дня обещают уже плюс 20. Вы только представьте, плюс 20 градусов тепла. Я нахожусь сейчас возле Макдональдса, и честно скажу, я не видел Макдональдс таким пустым, тем более этот вообще никогда. То есть пустые, посмотрите, столы, пустые стулья. В прошлый раз, когда я тут был, допустим, да, то тут яблоку негде было упасть. Сейчас в любое место, да, в любом месте вы можете приземлиться, заказать, сесть, погреться, взять номерок, и вам даже принесут официанты то, что вы хотите. Макдональдс закрывается во время воздушной тревоги. Насколько я помню, он открывается через то ли 10 минут, то ли через какое-то время после снятия воздушной тревоги. Видите, Макдональдс кипит, активность идет, движение в жизнь. Даже снаружи есть занятые столики, занятые людьми. Немного о погоде. Погода в Киеве последние дня 2-3 держится, ну, совсем не праздничная, совсем не летная. И уже сегодня я снова вернулся на зимнюю курточку, я снова вернулся в шапочку, я снова вернулся в баф. Сейчас, слава богу, нету дождя, нету никакого ливня, но если вы посмотрите, да, то видно, что асфальт мокрый, брусчатка мокрая. И люди, которые нам сейчас встречаются на пути, они, ну, закутаны так нормально, да, потому что прохладненько. Пока я ждал около метро, чтобы зайти, потому что наземные станции метро закрываются, подземные некоторые работают как укрытие, некоторые работают как, собственно, метро. Пока я ждал, я так, знаете, окинул взглядом и посмотрел, какой процент магазинов открыт. Вот просто без разбивки. Сетевой, не сетевой, киоск, не киоск, шаурмячная, какая-то там пончичная, да. Вот если взять суммарное количество локаций, независимо от размера, независимо от сеть, не сеть, за 100%, то было открыто, ну, наверное, процентов где-то 80, то есть лишь 20% было закрыто. По факту, в принципе, когда люди смотрят, продавцы, да, они смотрят, что взлетели миги, то на это в большинстве своем случаев вообще никто не реагирует. Когда уже смотрят, что где-то запущена ракета или летит ракета, то да, многие точки закрываются, в том числе торговые центры, там Новусы, Сильпо всякие, Ашаны и тому подобное. То есть, видите, так выборочно даже закрываются. Вот продают, видите, глинтвейн 50 гривен М-ка, XL-ка 100 гривен глинтвейн. Киев вечером выглядит в теплую, хорошую погоду намного симпатичнее, чем он может выглядеть днем. Подсветка,
люди, прогуливающиеся, точки, локации, какие-то кафешечки, которые, в которых сидят люди снаружи, внутри. Вот KFC открылась новая недалеко от метро Крещатик. Где-то даже делают, вот я смотрю, ремонт. То есть, видимо, заезжает новая торговая точка какая-то. Или аптека, или не аптека, не знаю. Короче, что-то они там раскладывают. Промоутеры раздают листовки в комнаты страха. Вот, кстати, смотрите, Folkmart магазинчик. Мы были в прошлый раз с вами, ходили по Метрограду. Тоже был дождь. И я решил спуститься в Метроград со стороны площади Льва Толстого в прошлом, сейчас площадь Украинских Героев, и мы с вами дошли до Бессарабки по Метрограду. И как раз заходили, смотрели в аналогичный магазин этого бренда, смотрели вышиванки, цены на них, смотрели тарелочки, вот эти чашечки. Очень рекомендую посмотреть, потому что ролик вышел очень хороший. Ссылочку я оставлю в комментарии или всплывающая подсказочка, как обычно. Сейчас еще, видите, буквально какие-то минуты остались до включения освещения. Сейчас на часах у нас 18:40, и я думаю, вот с минуты на минуту должны включить освещение на дорогах, потому что сейчас это выглядит как блэкаут какой-то, да, несмотря на то, что машины едут, все светло плюс-минус, но сами понимаете, с освещением куда это интереснее все смотрится. На улицах продают цветочки, и вот встретилось двое продавцов, которые одна у другой, видимо, перебила клиентуру, видите. Цветы, на мое удивление, стоят с рук ровно столько же, сколько и в магазинах. Я помню, я спрашивал, 5 марта или 6 марта, и оно вышло ровно столько же, сколько и в магазине. Там какая-то розочка, то ли 40 гривен, ну то есть нету никаких таких заоблачных целей, знаете, когда вы там гуляете с девушкой, а к вам подходят и просят купить розочку за 100 гривен. Нет, такого нету. Друзья, пока снаружи не включили свет, я спущусь в глобус. Это противоположная сторона Крещатика. В прошлый раз мы были в Метрограде, сейчас мы с вами спустимся в глобус. И посмотрим обстановку тут у нас. Находится на Майдане на Залежности. И построен он был, если мне не изменяет память, примерно где-то в первых годах 2000 года, да, то есть 2001 или 2002 или 2003, ну, где-то вот в этом промежутке, параллельно с Метроградом. В целом наличие глобуса, да, в целом наличие такого торгового центра, это не торгово-развлекательный, это именно торговый центр в центре Киева, это только плюс, потому что любой турист, любой человек может сюда спуститься и может посмотреть то, что ему нравится. Есть туалет, минус — нету парковки. То есть обычно во многих городах, во многих странах как раз-таки в центре города строят подземный паркинг для того, чтобы люди могли, не нарушая правила, могли платить деньги и парковаться. Друзья, что мы имеем? Мы имеем магазин Брокарт. Магазин Брокарт, я думаю, что каждая девушка знает про этот магазин все. Есть дорогие бренды, есть недорогие бренды. Выбор большой. Магазин обуви. Вот такие вот ботиночки. 3000 гривен, 4400 гривен. Напомню, для тех, кто у нас не ориентируется в числах и в цифрах и не понимает, сколько это, вы просто берете, делите на 38, получаете в долларах, или делите на 42 и получаете в евро. Глобус у нас двухуровневый. В первый уровень, там, где я спустился, да, вот там вот я спустился, есть нижний уровень, возможно, сейчас спустимся туда тоже, посмотрим, что там есть. И второй уровень, там, где мы сейчас находимся.
На первом уровне у нас точно так же есть фастфуд зона. Вот давайте посмотрим, что тут у нас по ценам. Вот, допустим, такое вот колечко. 18 980 гривен. Посмотрим. Добрый день. Допустим, вот такие у нас 2500. Это без нышки. Да-да, я вижу 2300. Ну, короче, средняя цена 2000 гривен. 2000 гривен – это средняя цена где-то, ну, если опять же делить на 38, ну, порядка, наверное, в 50-60 долларов. Так, макароны. Макароны 50 гривен, видите, перекусить. Чизкейк 94 гривны. И какие-то яйца по 100 гривен. Людей сейчас 7 часов вечера, можно так сказать. Людей очень мало, крайне мало. Даже в фастфуд вот такой вот зоне. Работает лифт, не работает фонтан. Обычно в выходной день тут все забито. Все забито людьми. Все сидят, что-то трапезничают. Хотя и сейчас, в принципе, если посмотреть количество столов и свободных столов, то свободных столов нету. Что нам тут предлагает Глобус из возможностей перекусить? Давайте посмотрим, пройдемся по кругу. Значит, первое у нас есть вот такая вот десерт. Десерты у нас как-то совсем не представлены. Вишня, чай, кава 33 гривны, эспрессо, да, американо 36 гривен, латте самый большой 68 гривен. Noodle Doodle, кто знает, я думаю, что согласятся со мной, что это одна из топовых вот таких вот локаций, где можно отведать тайской еды. Курка за овощам это лакшины в соусе терияки. Видите, 360 грамм, 175 гривен. Допустим, яловыча за овощами, 199 гривен, 390 грамм. Мастер-бургер. Мастер-бургер, ну, это все, что у нас касается бургеров. Вот посмотрите, какие у нас тут есть бургеры сверху. Бургер-меню 488 гривен. Брутальный Джек Дэниелс бургер 399 гривен, ну, выглядит, конечно, сурово. Есть, кстати, вот украинское меню. Вот такие вот цены на такие бургеры. Стандартный порк 119 гривен. Печеная картопля. Я не знаю, сколько лет этому бренду. Кто помнит, напишите в комментах. Печеная картопля, потому что, я не знаю, лет 20, наверное, печеная картопля только точно есть. Салатерия. Салатерия точно так же. Тут все максимально просто. Вы заказываете салат, можете заказать один из готовых, допустим, да, там, к примеру, хумус или там дижон 470 грамм или цезарь, вон вдалеке 520 грамм, допустим, и вам его готовят. Или вы можете сразу сами, допустим, из ингредиентов все это дело себе организовать в салат. Донер Маркет. Относительно недавно открылась эта локация. То есть, по сути, это от нашей рябы готовят шаурму. Шаурму цены вы видите, да, шаурма фирмова с курицей 120 гривен стандартная, двойная 180, ну и дополнительные опции, да, там, допустим, картошка фри 55 гривен, большая 70 гривен. Как бы все максимально просто и вкусно. Пицца, любые пиццы на любой размер, на любую цену, 189 гривен, 209 гривен и все остальное. Шинка с грибами, мясная 149 гривен, семейная 139. Так, Cinnabon. Обычно, когда человек проходит мимо этого бренда, тут образуется очередь, просто очередь длиннющая. По факту, что это такое? Это те пирожки, это те булочки, которые выглядят вот так вот. Черничный мини-бон, шоколад с вишней, шокобон классичный 89 гривен. Короче, от 82 гривен на вот это вот счастье, створенное руками, как то кажет Cinnabon. По сути, это те булочки, которые делает
ваша бабушка, наша бабушка, моя бабушка. То есть это такие пышные. Вот я вставлю фотографию, как выглядит эта булочка. Она максимально мягкая, она максимально аппетитная, она максимально вкусная, она максимально съедобная. Но очереди тут стоят просто колоссальные. Так, что у нас еще есть? У нас еще есть Пузата Хата. Я думаю, про нее рассказывать вообще никому ничего не надо. Это просто культ Украины, культ Киева. Любой человек понимает, что если есть Пузата Хата, туда можно зайти, покушать вполне нормально. Есть кавьярня. Судя по табло, да, мы видим, что там какие-то вина, просека, сидр и яблоко. И есть вот такая вот интересная пекарня. Пекарня выглядит достойно и вкусно. Давайте посмотрим цены на пекарню. Есть неданки 98 гривен, скрамбл 75 гривен, хот-доги 52 гривны. Круассан фисташковый 62, круассан с куркой зерновый 47, круассан Рафаэла 45 гривен, вот такой вот интересный, здоровый. Круассан шоколадный 35 гривен. Давайте вбежим в лифт и поднимемся на второй этаж. Друзья, буду выходить, потому что жарко. Потому что я, находясь в шапке, в бафе, в куртке, в зимней, ощущаю некий дискомфорт, потому что мне слишком тепленько. Вот такая вот, смотрите, лестница впереди у нас. Вот такая вот интересная, интересный формат, интересный подход к рекламе. Отлично, мне нравится. Вместо того, чтобы вешать над головами всякие баннеры, они сделали вот такую вот интерактивную рекламу. Так, друзья, вниз я спускаться не буду. Там у нас одежда, футболки. Я думаю, что для этого нужен отдельный ролик. Сейчас я все-таки хочу дойти к Ключковскому мосту и посмотреть, что он там нам покажет. Вечернее время, надеюсь, уже освещение включили сверху. Мне интересно, что иногда в магазинах, вот в частности, да, там Рошен, не Рошен, они говорят, вы знаете, у нас на дверях висят таблички, что нельзя фотографировать. А знаете, какие висят на дверях таблички? А вот такие. Увага, ведеться відеоспостереження. И когда им говоришь о том, что так у вас висит табличка о том, что вы ведете відеоспостереження, они начинают как-то долго думать и обмозговывать. Вот видите, дедушка готовит, сейчас, наверное, будет играть на каком-то принесенном инструменте. Киев преобразился за последние 10 минут. Киев преобразился. Почему? Потому что включили освещение. Посмотрите, как классно с освещением выглядят улицы города. Вот так вот все это дело выглядит. Были мы только что вот тут вот снизу, да, вот под этой площадью. И идем сейчас, двигаемся прямо. Друзья, хочу сказать каждому из вас, абсолютно каждому из вас, кто поддерживает просмотром мой канал, кто отдает свое время, да, почему? Потому что на сегодняшний день именно время – это тот ресурс, который не восполняется, не восстанавливается. Вы тратите свое время на просмотры, я трачу свое время для создания этих видео, для создания контента. Давайте взаимодействовать, давайте вести диалог. С вашей стороны, я респектую каждому из вас, когда вы даете обратную связь, когда вы ставите палец вверх, ставите лайк, когда вы подписываетесь, потому что если вы смотрите мои видео, а я об этом знаю, что большинство из вас смотрит видео без подписки, ну, это никуда не годится. Вы подписываетесь, а мне приятно, и я генерирую дополнительные видео, интересные и разнообразные. Многие, кто впервые заезжает в центральную часть города, кто, в принципе, впервые оказывается в той части Киева, где доселе не был, допустим, на машине, он всегда начинает свой
диалог, свой разговор с того, что а где нам припарковаться? То есть человек нарушает правила, да, паркуется где-то на велодорожке там или еще где-то. И когда ему, допустим, кто-то делает замечание, он говорит, а где нам припарковаться? Вот смотрите, Майдан Незалежності, да? Майдан Незалежності, вот центр, центровее некуда. Сзади меня Европейская площадь. Где припарковаться? А вы просто вот сюда заезжаете, и вот, welcome, у вас есть огромнейшая парковка. Работает с 7 утра до 10 вечера. Платите деньги и стоите без каких-либо нарушений, потому что если вы встанете там, где запрещено, там, где нельзя, то в случае эвакуации вашего авто вам придется отвалить, ну, от 2000 гривен. Ну и плюс, понятное дело, время для того, чтобы свое авто забрать с штрафплощадки. Так, друзья, вышел я на поверхность, пришел я вот с той стороны, да, со стороны Майдана Незалежності. Сюда я шел, перешел по подземному переходу и сейчас буду двигаться вон туда вот наверх. Тут у нас пробень в сторону Почтовой площади, филармония перед вами и наверх вот туда вот в темный мрак к арке и к мосту. Много по Киеву установили вот таких вот туалетов. Видите, вот такая вот такой столбик в виде туалета. Впервые я его увидел то ли в Польше, то ли в Чехии. Занимает минимум места, но очень-очень помогает туристам, которым в центре приходится бегать, непонятно искать где, по каким-то торговым центрам. Вот, честно говоря, вот там, где я сейчас иду, я даже не представляю, куда тут нужно заскочить, чтобы найти туалет. Тот мост Кличко, который в свое время тоже Россия пыталась утрамбовать с землей, но он выстоял. Заходим на мост Кличко. Есть возможность, да, по велодорожке катиться без опасения наехать на людей. Не важно, что люди, в принципе, сами ходят по этой велодорожке, да, как я сейчас иду. Хорошо, как говорят, что предусмотрели. Тут какие-то у нас шарики. Вроде не 14 февраля, но шарики, наверное, хтось освічувався. Вниз, там, где красные огоньки, да, спускающиеся слева направо, люди двигаются с Крещатика на Подол, на Почтовую площадь и дальше по набережной. И поехали в сторону Оболони. Мост Кличко – одна из связующих таких звеньев, одно из связующих звеньев туристического глобального маршрута. Спереди у нас Владимирский спуск, там у нас дальше Андреевская церковь, Андреевский спуск. Сзади меня продолжение этого туристического маршрута, который идет через Киево-Печерскую лавру, идет в сторону монумента, в прошлом назывался Родина-Мать, сейчас Украина-Маты. И этот туристический маршрут, я так прикидываю, что будет пользоваться огромной популярностью, потому что обычно люди, которые проходят Андреевский спуск, они хотят посетить Крещатик, они хотят посетить Майдан Незалежності, они хотят посетить Киево-Печерскую лавру и дойти до музея Второй мировой. И все это такими окольными путями, зигзагообразные, вот смотрите, под нами машины едут, да? А мы тут с вами ходим. Если бы эти стекла были максимально прозрачные, знаете, было бы так, ну, скажем, не по себе. Люди едут домой. Мы с вами завершаем нашу прогулку. Дойдем до конца моста, поднимемся наверх и пройдем в сторону метро. Друзья, погода максимально изменчивая, погода максимально непредсказуемая, погода максимально... Я сегодня днем вышел в
весенней куртки, и, честно говоря, был очень не рад. Сейчас я уже в зимней куртке вечером. Все-таки еще не так тепло, хотя на градуснике по факту плюс 10 градусов, но не знаю. Ну вот у меня сейчас я вам рассказываю, иду, держу камеру, и у меня рука, ну, не отмерзает, но... Друзья, также стоит упомянуть, думаю, о том, что у вас есть возможность выбора субтитров, потому что некоторые, не знаю, пользуются YouTube, но до сих пор не знают, что в YouTube можно включать и отключать субтитры. Это странно. Субтитры включаются, отключаются, две буковки S, C справа сверху вашего экрана, иконочка такая. Язык субтитров меняется, если вы нажимаете на шестеренку, и там выбираете субтитры и соответствующий нужный вам язык. Я поднялся наверх. Вот так вот выглядят красоты Киева, вечернего Киева. Специальный желтый свет, желтое освещение, минимум людей. Знаете, такое впечатление, как будто сейчас где-то зима, минус 20 градусов, мало людей, нет сугробов. Вот такие вот столбики для экстренного вызова. Нажимаете, и связь сразу идет напрямую с полицией. Так, друзья, дождь, как видите, прошел, закончился, и сразу просто молниеносно появляются самокатчики. Самокатчики, рассекающие по тротуарам. Давайте посмотрим, раз мы тут проходим, что у нас интересного предлагает вот это вот заведение под названием Georgia Peach Tatandır. Хачапури, шаурма, Georgia. Хинкали. Смотрите, друзья, хинкали, чисто грузинский деликатес. 45 гривен одна штука, это с бараниной. Яловичная свинина, 45 гривен. Свинина, яловичина и кинза, 45. Короче, все по 45. Лосось и сыр, 65. Грибы, 45. Креветка, 45. На Подоле, на Андреевской, на Контрактовой площади, я в одном из прошлых роликов показывал вам, и там хинкали стоили 30 гривен. От 30 гривен, что, как вы мне сами написали в комментах, дешевле даже, чем в Батуми. Я уверен, что не во всех ресторанах, но... Да, 30 гривен, это на минуточку, даже вот 45 гривен, это чуть-чуть больше $1. Есть у нас кто-то с Грузии, напишите, реально ли дешевле, чем в Грузии, в Батуми, в Тбилиси? Сколько 45 гривен, это лари? Примерно $1, сколько $1 лари? Хачапури по-аджарски с грибами, 255 гривен. Баранина, перец, чили, 265. Скумбрия в маринаде 185, напомню, чтобы получить в долларах, делите на 38, в евро на 42. Рулетики баклажаны 235 гривен. Мини-чебуреки с курицей 175 гривен за 120 грамм. 120 грамм это, ну, наверное, штучек 5 маленьких чебуречиков таких. Салат. Салат белиски 280 грамм 165 гривен. Салат теплый со свининой 295 за 300 грамм. 300 грамм это цивильно, это нормально. Это немало, назовем так. Шаурма 425 грамм 295 гривен. Грузинская шаурма 275 гривен за 410 грамм. Аджахури со свининой. Аджахури. Кто был в Грузии, знает, что такое аджахури. Это обсмажено в тандыре шматочки свинины, картопля и грузинские специи. Класс, слюнки текут. 275 гривен, 400 грамм. Ну и давайте посмотрим шашлык. Шашлык 155 гривен за 100 грамм. Это курица, телятина 205 гривен за 100 грамм. И ошейк 195 гривен за 100 грамм. Дорада, рыбка дорада, да, 385 гривен, 250 грамм. На минуточку, дорада в магазине стоит килограмм 320 гривен. Тут 250 гривен за 250 грамм. И для сладкоежек
фирменный шоколадный торт грузинский 135 гривен, 140 грамм. Чизкейк 175 гривен, пахлава 179 гривен. Вот такое вот заведение в центре Киева. Интересное, красивое, светлое и, я думаю, вкусное. Друзья, вот так вот выглядит Киев вечером, 7 часов вечера. Максимально сейчас комфортно, потому что дождь прошел. Знаете, вот, чтобы человеку показалось, что ему комфортно, нужно сделать вначале, чтобы ему было некомфортно, а потом комфортно. Вот я когда с вами только что шел в первой половине ролика, мне было некомфортно, потому что меня заливало дождем. Сейчас дождь прошел, температура не повысилась, но мне уже классно. Я уже просто кайфую, потому что дождя нет, и на этом спасибо. Вот, друзья, видите, сразу организовываются очереди из людей, да, для того, чтобы перекусить фастфудом. В дождь обычно очередей не наблюдается. И это у нас спорт... А нет, это не фастфуд, это такой вот спорткава. Видите, латте 36 гривен, 56. Большой чай заварной с жасмином 41 гривна. Друзья, я еще раз хочу поблагодарить каждого, кто смотрит мои видео. Хочу поставить респект каждому, кто реагирует на мои видео лайком, пальцем вверх, комментарием, каким-то фидбэком. Ну, а если это подписка, то это просто респектище. Так, друзья, я слышу из перехода, доносятся музыкальные мотивы. Буквально 10 минут назад мы с вами шли, там раскладывался дедушка. Украинские реалии, сувенирные украинские реалии, видите? Вот такие вот коврики, вот такая вот туалетная бумага. Футболочки, вышиваночки, магнитики, пес-патрон. Цена магнитиков около 30 гривен, цена футболочек около там, от 150 гривен, цена кепочек 400 гривен, кепочки. А подскажите, в Якутину такого плану футболочка? 380, понял. Ага. 580. Ага, бо я це і бачу ту ціну, а на футболочці. Дякую, дякую. 380 гривен, это у нас 10 долларов. Вот такая вот футболочка. Дедушка играет на трубе. Друзья, дедушка молодец, не просто стоит с протянутой рукой, не просто продает какие-то ненужные вещи, да, там не жалуется на жизнь, не жалуется на пенсию, а делает то, что умеет. А умеет он играть на трубе.
не уверен, что много ему эта затея приносит денег, тем более в текущих реалиях, когда многие в своих заботах, в своих проблемах, когда над головой летают ракеты, воздушная тревога. Но если вы хотите поддержать этого дедушку, вот его банковская карта. Видите, какой дедушка продвинутый. С банковской картой можете его поддержать донатом. Я думаю, дедушка будет благодарен. Друзья, на чем вы умеете играть? Напишите в комментариях, какое ваше, может быть, хобби. Что вы такого умеете делать или умели делать, но потеряли навык. Интересно, есть у нас кто тоже умеет играть на трубе? Возможно, кто-то умеет играть на скрипке. Возможно, кто-то умеет играть на гитаре или пианино. Напишите в комментариях. А мы с вами вышли на Крещатик. Посмотрите, пустынный Киев. На часах сейчас 19:30. Люди торопятся домой. Стелла, отель «Украина», доставщики «Глова» спешат порадовать ужином тех, кто в этом нуждается. Кто-то идет на свидание, кто-то идет с свидания. Но все куда-то торопятся. Львовские круассаны. Отличнейшая вообще локация. Я не знаю, кто и когда ее придумал. Львовские круассаны – это находка. Находка для того, кто хочет плюс-минус правильную еду. Макдональдс мы же не будем называть правильной едой, правильно? И хочет вкусно покушать, перекусить. Потому что львовские круассаны, мне кажется, не оставляют равнодушным абсолютно никого. Львовские круассаны – это, по сути, круассан, в котором вы можете выбирать любую начинку. Она может быть сладкой, она может быть не сладкой. Вот такие вот огромнейшие, да, посмотрите, с размером моего кулака. Вот мой кулак. И посмотрите размер круассана. И в этот круассан в итоге просто вы добавляете то, что вам нужно. Так, давайте посмотрим, какие у нас цены на круассаны. Вот, вот так вот я встану. Львовский круассан. Смотрите, львовский 89, галицкий 89, мысливский 105. Ну, короче, от 89 до 109 гривен. Небольшая локация. И тут люди оставляют свои пожелания. Видите, вот такой вот круассанчик оставил человек, которому понравилось тут. Ресторан «Рукола». Ресторан, кафе, я не знаю, как его назвать. «Рукола». По меню. Салаты от 175, равиоли от 200 гривен, гарниры от 62, супы от 99 гривен. Это такое заведение с акцентом на итальянские блюда. Рисует шаржист. Вот такие вот у нас могут быть шаржи. Разноцветные или черно-белые. Центр. Центровее уже некуда. Прямо у нас ЦУМ. Направо у нас Золотые ворота наверх. Слева у нас метро Крещатик. Я пришел с вами вот оттуда. С арки, с Кличковского моста, там Майдан Незалежності, там Глобус был. И мы двигаемся сюда, навстречу нам. Только что я заходил в львовские круассаны, показывал вам цены от 95 гривен. И давайте заодно вот посмотрим, еще есть у нас вот такой вот ресторан, не ресторан, паштет. Что у нас тут есть по ценам? Напомню, что это центр. И напомню, что цена... В долларах вы можете поделить на 38 и узнаете цену в долларах. Ну, смотрите, сырники. Это центр, это Крещатик. Сырники 159 гривен с сметаной 220 грамм. Английский снеданок 235 гривен 290 грамм. Салаты.
Цезарь с курицей 215 гривен, 250 грамм. Немного цезаря, немного, 250 грамм. Паста карбонара 190 гривен, 290 грамм. Бургер 380 грамм, 260 гривен. Морской окунь с овощами 210 гривен, 330 грамм. Местные ассорти 890 гривен, 850 грамм. Наполеон для сладкоежек 135 гривен, 175 грамм. Работает с 8 утра до 10 вечера. Вот такое вот заведение находится вот прямо на Крещатике. Друзья, я напоминаю вам, что в одном из прошлых видео я проходил через Митроград. Я смотрел там цены для туристов, конечно же, цены. Ссылочку я оставлю под видео или в описании. Посмотрите, довольно интересный получился ролик. Плюс в том именно ролике мы с вами разобрались, а зачем стоят люди в киоск часами напротив ЦУМа. Долгое время для меня это было загадкой, которая была покрыта мраком. Но в итоге оказалось все максимально просто. Друзья, и на этом на сегодня поставим жирную точку. Киев без дождя супер, вечерний Киев еще лучше. Вы молодцы, что досмотрели до этого момента. Вы молодцы, что поставите этому видео палец вверх. Молодцы, что оставите коммент, фидбэк. Вопросы я задавал на протяжении видео. И вы молодцы, если вы подписались. Потому что если вы не подписались, я удивлен. До новых встреч, в новых видосах. Всем пока.